Кажись, этот корабль и тот самолет со своим искусственным интеллектом IQ миллион решили нас убить. Нам нужно валить отсюда. А вот этот вообще с зелеными очками мне вообще не понравился. То вверх дном стоит, то пытается нас убить. Бункер хотите? Ой, а что он на меня перевернул? Ой, он на пирата, он сначала на меня нацелился, потом на пирата и сейчас к пирату поворачивается, смотри. Among Us. Ой, сейчас он к лодке поворачивается. Ну смотри, он поворачивается за нами. Слушай, погодите, дайте я тут буду стоять. Дайте снайпер рабочий. Стой, погодите, я сейчас. Эй, Абобус, чё, мы тебя победили. О, нет. Абобус. Попытайся снайперки стрельнуть. Не так. Вот тут вот надо нажать на курок. Сейчас пушка перезарядится. Я понял. Нажимаешь на курок. И стреляй. Кстати, курок, когда нажимаешь, тоже двигается. Вроде бы. Нет. Эй, человек. Оно уже... Солдат, молодой солдат, мы тебя победили и все твое войско. Ха-х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 а. Что сказал? Посмотри, как там? Что? Пират снайперку тащит. Пират утаскивает снайперку у нас. Ладно, пошли в бункер. Что же нам там будет ждать? Ловушки с искусственным интеллектом? Ловушки с... Так это бункер. Всё. Так, бункер, конфеты. Наверняка, если мы их съедим, то они нас сожрут сами. Конфеты, которые съедаешь, но они тебя съедают изнутри. Ой, блин, он бежит. Загрузи-ка заново. Ай, я же говорил, бункер опасный. Его портал выбросил меня в бездну. Самое опасное. Искусственный интеллект не должен быть воплощен в жизнь, иначе все будет такое, как сейчас. Я бы обратил... Капец! Опять! Почему оператор всякую фигню делает? Я сам не знаю. Нет, я на операторе побую. Ой. Оператор. Я сквозь оператора провалился. Помогите, я урона даже не получаю. Искусственный интеллект сам включил воду? Это еще один мой искусственный интеллект. О нет, грузи заново. Войско решило уплыть от нас. Кстати, посмотрите на декор. Кого? Ну как кого? Всех солдат. Ну загрузи. Если тот оператор не будет переворачиваться, то так уж и быть на него посмотрю. Ну ок, давай я его заранее сейчас опущу, чтобы он когда падал, он не перевернулся. То оператор еще такое лицо. Давай я их всех вообще опущу вниз. Ну не, так расфиксируй. Во. Сейчас я их расфиксирую. Они долго переносятся, потому что как бы механизмы. Ну да, тут декора не так, что и много, в принципе, а вот механизмов тут много. У оператора нога отвалилась. Что за... Оператор, ты что за человек такой? Сначала переворачиваешься, потом меня пытаешься подстрелить, и всю нашу команду, а теперь я без ноги остался. Ай, а теперь вообще меня пытался застрелить. Он отомстил. У него нога отвалилась. Без ноги оператор. Оператор. Зачем ты меня трогал? О, на декор рассмотрел. Этот оператор явно хочет, чтобы я нажал на эту кнопку. Это не кра... Мы одновременно нажали. Мистер Нет! Командир! Вот командир с пистолетом, рации, и вот так он выглядит прикольно. На Tower Defense стал-то похож. Медик! Нам какой-то... Кто это к нам приехал? Помогите. Его нужно этот... А можно, знаешь, как сделать? Можно вот так сделать? Вот! Ребят, мы посмотрим всё. Его постройки. Мы мои постройки смотрим, а не пираты. Пират, твои постройки останутся на потом. Иди, жди. Зачем своего часа. Зачем ты палишь идею? Идея для следующего ролика. Ладно, давай дальше смотреть. Медик тоже с пистолетом, но он какой-то этот не жизнерадостный, если честно. А вот стрелок очень злой на этот мир и готов все уничтожить. Кстати, знаете кто? У него рука растягивается, как у мультяшного кота. Ой, как это? Сейчас он совершит самое важное дело. А, ладно. Пирата! Пирата сломалась машинка. Стрелок, молодец. Респект стрелку. Кстати, у него реально броня вот эта рабочая. Да? Типа, да, вот стрельни. Стрельнуть? Ну, давай, стрелок. Раз ты такой крутой, мы еще тебя проверим. Бум. Оу, он просто взял, отлетел и дальше продолжает жить. Ну-ка, второй раз. Типа, реально у него броня делает. Блин, прикольно. Пам! Он до сих пор живой, без ноги, но живой. У него патроны, ты ему патроны сжег. Ничего, главное, он живой. Угу. Сколько же выстрелов выдержит? Броня. И запчастей не осталось.
Давай-ка включим им всем искусственный интеллект. Побежали искусственные интеллектные люди. Хоп-хоп, вот так берут, просто идут куда-то. Хоп-хоп-хоп. Ай! Слышь ты, медик, ты какой-то слишком умный. Ай, а второй командир еще умнее. Он подстрелил мне пушку, когда я ее взял. Последняя снайперка. Ай, вы что за умные роботы, а? Не надо. Вы мне сломали... Вы мне сломали оружие. Не надо. Нет. Да, подгончик от катончика. Так, пошлите посмотрим на этого зомбаря. Зомби. О, я нажал. Ой. Привет, зомби. Что ты хочешь? Убери паузу. Что он зомби. Хочет? Зомби. Зомби. Мы же друзья. Зачем ты это... А куда он залазит? Он на воздух залазит. Убери вот это стенки и боки. Он летает. Зомбарь, привет. Мы же друзья. Зачем ты хочешь меня съесть? А, лодка сама поплыла. Лодка хочет от нас уплыть. Этот зомби с искусственным интеллектом собирается меня съесть. А я сейчас просто удалю вот эти палки, и он тебя съест. Зачем? Я же хороший. Нет. Не съест. Уплывай на лодке. Я пытаюсь. Ладно, бешеная ракета. Ой, где ты? О, нет. Я ее удалил. Прям передо мной. Что делать? Почему бежим не работает? Бежим отсюда. Он? Да поплыли сразу же. Ну давай. Плыть нажимай. Плыть. Он реально на нас охотится. Да что он делает? Посмотрите на это колесо. Смотрите. Этому колесу точно плохо. Я понял. Посмотрите на это колесо. Нет. Этой лодке было место. Что там? С этим колесом? Зомби, привет. Дружок, пирожок, привет. Мы с тобой друзья, зачем ты идешь а ко мне так может. Злобно? Эй, мы же друзья, ты же не хочешь меня съесть? Почему он идет в мою сторону? Сейчас он тебя съест. Зомби. Зомби. Смотрите, смотри. Что? Что это? Ты видел? Оно летало. Вот эта вот штука летала. Мама, кстати, пластика. Посмотри, что с этим колесом происходит. Что с ним? Что-то плохое его колбасит. Я знаю, что это. Что это? Это великие и неповторимые баги жизни. Эй, взял сборчик такой шедевр. Так, кажись, зомби понял, что ему не сдвинуться с места из-за этой палки. А, что за палка? А, тут невидимая палка стоит. Все, теперь сдвинуться. Привет, зомби, мы же друзья. Он готов съесть даже создателя. Недоброжелать! Капец! Офигеть! Чё такой мощный? Зомби, ты мощный? Получай, зомби с искусственным интеллектом. Ты, конечно, умный, но, увы. Он выжил. Он даже после этого выжил. Ладно, зомби, из-за того, что твой хозяин сломал мне пушку, ты умрёшь мучительной смертью. Мне жалко это делать с искусственным интеллектом, но пришлось. Твое создание погибло у тебя на глазах. Какой для тебя ему подарочек? Дрим, ты помнишь своего голема? Старого доброго друга железного голема? Он уже пошел его бить. Спидранер чистый. Как только зас появился, его искусственный интеллект сказал ему, надо убить голема. Смотри, что он сделал уже. Эй, Дрим, не надо, это мой голем, он хороший. Зачем? Нет. Видел, ему искусственный интеллект сказал, надо ломать голема. Он только появился. Нет, Дрим, хватит, что ты творишь с моим големом. Как только он появился, этот Дрим, он сразу побежал в эту сторону, где был голем. У него такие глаза, типа, непонимающие, что происходит вообще. Дрим, ты это... Железо. И такой Дрим говорит, железо мне надо, дайте мне железо. Ты сломал моего... Как сказать, ты испортил моего железного голема, Дрим. За это прощения нет. Что мне с ним делать? Он испортил. А, теперь он меня хочет добыть. А, он пошел за деревом. Он добыл железо и пошел за деревом. Блин, реально гений. Нелогично, нелогично. Сначала железо добыл, а потом дерево. Логично все. Не убивай Дрим, он хороший. Нет, он сначала увидел голема, убил голема, получил железо и добывает дерево, чтобы скрафтить свои инструменты. Блин, кстати, он... ему голем почему-то урона не нанес. Угу. Он мастер, потому что... Нет, смотри, это реально искусственный интеллект. У этого Дрима реально искусственный интеллект. Он завалил голема. Когда появился голем, он побежал на голема, а сейчас он рубит дерево. Просто увидел дерево и пошел его рубить. Он как-то слишком долго его... А, ну большое. Блин.
Я не в тебя хотел стрельнуть, я хотел стрельнуть. Не надо портить такой шедевр, который реально знает, что делать Дрим. Рем. Ты сквозь Дрима запульнул. Дрим, ты хакер? Ой, блин. Ты его убил. Нет, зачем? Ты он убил хакер. Дрима, за что? Ай, ой. Что с ним? Он поскользнулся и упал. Но он все еще двигается. Его части тела знают, что надо делать спидранеру. Спидранера больше нет на этом свете. А ты спидранер? Сдаюсь. Загрузи Дрима заново. 5 Дримов это сила. Дрим, привет снова в гости. Сейчас мы проведем еще один эксперимент. Погоди, не включай, не включай. Зайдет ли он портал в Незо? Бац, бац. Нет, не иди, блин, Дрим. Не, ну реально искусственный интеллект. Он взял... Он телепортируется? Он пытается ДПшнуться в Незер. Он ДПшнулся в Незер! Что? Он зашел в тот портал. Он просто взял, зашел в портал фиолетовый. Появился в другом мире. Оу, блин. Стой, Дрим. Грузи заново. Я хочу точно проверить. Что же будет делать Дрим? Оу, он ДПшнулся в Незер. Он реально пошел в портал именно. Что же он будет делать в Незере? Дрим, что же ты будешь делать в Незере? Он побежал добывать себя. Оу, он добыл золото. Он хочет тащить пи... Что с ним? Его поймал босс. Беги, Дрим, ты сможешь. Я уничтожу пирата. Но Дрим сможет убежать. Нет, отстань ты от Дрима. Ты что делаешь с ним? Он схватил Дрима, но Дрим не сдается и пытается вырваться из лап этого гиганта. Дрим! Нет, Дрим, я не дам. Мы оставим Дрима в руках у этого монстра. Схватите... Он присел. Что? Дрим, как... Этот монстр еще и читер, походу. Давай! Зачем его? Вот пушками. Зачем давай, он Дрима схватил? Дрим. Отпусти Дрима, или будешь уничтожен. У него паука нет. Он летает на Дриме, или Дрим на нем летает? Что? Он поднял эту штуку. Мы его заберли в клетке. Все, ты попался. Отпусти Дрима. Нет, он нет. Он бронированный. Все, я схватил его. Я... Это, Дрима отпусти, тогда мы тебя тоже отпустим. Нет, ты что с Дримом делаешь? Ладно, я вот так делал. Да от него все пушки отлетают. Дрим все равно пытается вырваться, даже вижу. Оу! Дрим убил его! Эй, ты зачем Дрима сжег? Спидран Дрима не удался, он победил огромного великана, но его союзник его поджег.